Зря ты проорал, сейчас серый придет. Че, у нас файт? Только че, у нас файт с Рексом. Кулите, мамулите. Это не он пишет. Бегут, бегут, бегут. У меня тут подмога, братан, пришла, так что давай. Прячь жопу. Он сейчас жопой к этому, к забору. А это ТПНК вроде. Вроде. Опа, сзади дилка. А это капитанчик. Капитан. Давай, давай. Опа, а что это за хуйня была? Что это за мув такой? А он лагает, кстати. Нет, нормально у меня. Не, он меня так... Бля, а что вы хотите записывать? На дилку записывать? Кого, тебя? Бля, что меня сразу? Ты можешь сказать? Алекса. Нет, нет, я хочу на дилку зайти с вами. Куда ты поплыл, блять? Смотри на него. Это ПНК, говорю. А, ну все, поменим. Братан, нам нужны очки. 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 За здоровье Рекса и за его очко. Так алё. Так алё. Вы хотите запиздить, запиздить Рекса, правильно? Да, хотим, да. Хотим, да. Что ты хочешь от нас? Отлично, да. Можно к вам в пати? Отлично. Киньте там пати. Ну сейчас мы после файла. Сейчас, погодите, 4. Сколько? 4 уже укуса, да? 2 капли есть. А чё у меня пинг этот, FPS маленький такой, не помню. Бублик, чё? Не знаю. Он бешеный какой-то. Ой, залагал. Лагает почему-то. Кусай его, кусай, кусай. На спринте что-то сидит. Мне кажется, он лагает. Я просто... А, пролагивает немножко. Что такое? Про левый хитбокс рассказали, а как играть не рассказали? Сейчас он лаганет, как банана. Хорош. Все. А, это ему за ногами ходишь? Да, у кого жопа не попадает. Ой. Под бублики надо было выбегать по луне надо было. Да. Ну покажите, например. Могу забрать. Ну типа выходишь в ногу и направо резко. А вот морпех сделал как я плохо. Угу. Был по луне, только в другую сторону. А, типа. Я сейчас. Доль... Выходи вдоль хвоста, короче. Во, у меня залагало. Ну, почти. Что-то такое. Не-не, я просто что-то боюсь. Попал. Как у него? 6 укусов уже, почти 7 есть в нем. Ходи. Тихо-тихо, капитан. Что а это было, капитан? Он просто... лагает у меня. Зачем она поддалась, лагает? Ты прям в жопу ему зашел и выбежал через правый рот. Правую сторону. Я понял, вы кусаете в левую и уходите через жопу. Пусть вытекает, кажется, мы уйдем 10 укусов там. У меня по стегам такое ощущение, что как будто у меня лед какой-то на экране. Просто все белое какое-то. Не батится, да, на левый хитбокс был? А, не. Да. Ага. Понятно, куда кусает. А. Да, да. Ну. Да пусть он вытекает, короче, он вытекает. А, пусть ходит, пусть ходит, пусть ходит, просто ходим. А, что там? Давай-ка. А тебе здрасте. Здорово, Рекс, смотрите, Маш, если мува придет. Все, можете пальчики взять. И Рекс сейчас вытекет, он уже все. Ой, Дианка, здравствуйте. А я думала, вы на близнеца. Не. Лежу. Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр. Воу, сейчас было жестко.
правильно все сделал. Да ты без же есть, у него стамина есть, ты же в курсе. Понятно, что есть. Все-таки Рекс не очень глупый. А да. Что, понимает. Да. Он еще на открытом месте. Не смогу пробежать бы. Ну я что-то пока боюсь пробовать, надо тренить. Все. Ну и немного укусов надо. Что, думаю, укус сделать? Ходим просто вокруг, чтобы он все время ходил, вытекал. Если а не стоял. Все, бан. Вы так близко не ходили, хитбокс срабатывает на дилке очень хорошо. Тихо, мы знаем про хитбокс, как он срабатывает. Реакция у нас тоже есть. Чего он там пузика чешет? Второй рекс, морпех, аккуратно. Аккуратно, морпех. Но этому плохо, он вытащит. Бежит на тебя морпех. Ля, тварь какая бегает. Ой, тварь. Этот вытекает, пусть вытекает, короче. Mm-hmm. А, это этот пришел помогать. Mm-hmm. Конечно, на этом погано уже все. Уже тут все. Не давайте дойти. Он у кого воды, трудно. Трудно, согласен, очень. Киньте пальцы. Помогите, бестия. У нас контрит. Просто стоит. Пальцы киньте. А я своему продлил, блин. Капитан. Хорош, морпех, хорош. Капитан. Ты попал? Да. Попал. Хорош. Ненавижу, когда одного гнобишь, потом второй заходит помогать. Да этому все, он уже все, Габелла. Помянем. Надо просто не дать ему ложиться. Да, просто да, не совершайте ошибок, не лезьте. Здесь легче. В воду зайдет ляжет, даже на миллиметр тоже можно кидать репорт. А он уже поплавал, он плавал, кстати. Тут да, уже репорт. Плавал. Он поплыл прямо в воду. Он не то, что репорт, тут если не бан, то возвращение один из... По-моему, близко слишком крепко. Надо, чтобы тот лег. Ну или сдох. Он сдохнет. Надо просто ждать. А этого добьем. Ну, второго, который пришел. Свеженького. Огурчика. Атя! Здрасте. Не самое удобное место, конечно. Океан. Океан. Брак уже потек нормально. Ой, ему плохо, пиздец. Ну, экран третий минимум. Да нет, плохо ему не прям, все-таки он мало вообще. Не, у него четвертый. Третий. Что значит начальный, такого не бывает. Я очень хорошо определяю. Бывает. Чего это, блядь, не бывает? У него просто третий. Ну, третий. У Рекса, если что, третий, четвертый, ничего, мы особо не разбираемся. Ну да, точно. Это мне говорит Диана. Блядь, кстати, да. Пацаны, в курсе, что Пуэрто весит меньше, чем Камара. Вообще, как вы? В смысле Пуэрто меньше, чем Камара весит? Какой Пуэрто весит 50? Я так понял, ты вообще не шаришь, да? Нет. По характеристикам? Да, вообще. Типа у него хп дохуя, веса мало? Ну да, ты что, не знал? Нет. Не знал? Я не следил, мне вообще похуй на Пуэрто, потому что я типа, я обхожу ее обычно стороной. Мне не интересно что-то, я знаю, что она ваншотает все. Да, ну вот. Они тебе садят FPS взглядом. Вот твари. Да не четвертый надо, что? Не, это спина. Круто. Но он находился тут почти в жопа. Порычи. Побежал, смотри. Бежит на морпех. Ой-ой-ой. Стамины как много он жёг. Ой, как много стамины жёг. Даже на целый спринт. Но ему не так стрёмно, потому что он без бледа, видишь? Сейчас я ему дал один вкус, но он сейчас... А, да? А он отригнил уже, наверное. Да, он отригнил. Поэтому плохо, это текёт. Надо было его крутить уже начинать тогда, когда уходил. Карн ещё идёт вообще. Карн, что тебе надо? Что тебе надо, Карн? Он присел. На каждом спринте ходит. Да он поляжет всё равно. А он на спринте, он что-то знает. У него нету спринта, держи. Не, Рекс вообще прям жестко плохо. Серьезно, нет? Карна сейчас спринта нет? Да, он просто приседает. Хуя, я не знал. Ебан, блядь.
так ему хуёвенько немножко. Да, блядь, не прям как я. Когда болею. Ну, видимо, видишь, у него аватарка вся побелела, страшно. Ну, где этот Карнич? Хорошо, Байд подвигался. У меня тут два Рекса проходят. Еще два Рекса. Это будет кошмар. А которых... Ну, а это будут подмены, если придут. Не, они перебрали будут. Там спиннич есть, они могут бум-бум сделать. Да похуй на спиннича. Это наши Рексы. Рекс прям бледнее и бледнее. Да, ему очень плохо. У него глаза увеличиваются просто. А, они за спиннычем гонятся. Но он долго бегал. Ну, ходил. Может, долго ходили вокруг. Ну, если ж как там. Что-то тут... Ждем просто, ждем. А когда ходит у него сколько там? 50, да? Или 60? 60. Ой, 80 вообще у меня на ходу. А. Нет, сейчас скажу. Нет, на бегу 80. Максимальный брит у него 80, а значит на ходу 50 или 60, не помню. Давай, Диана, ты же знаешь. Ты же Рексовет. Чё? Чё? Шагом 50. Шагом 50 прям максимум. 50? Прямо. То есть он косарь потерял, пока ходил. Примерно. Не, он сейчас может отрегенит на самом деле. Он выходит, что ли? Нет, у нас так было много раз, пацаны. Ему 20 минут регенит, блин. Так она его же обнулят. Она... От силки он не отрегенится, от аликов возможно, а вот один... От аликов тоже не отрегенится, фулл блиц. Ну, блять, хуже. Да мы это... тестили. Я не тестил на дилках, но тестил на алике. Один на два, они говорили. А, так мы не знали, что это... Мы не на близнецах напали, алё, мы на заливе. Это мы не знали, что это они. Их же двое было. А тут один какой-то. Можно забатить, чтобы он поорал и пробежаться. Но если пробежишься, ты труп, я. А ну, попереписывайся, слышь. А не надо. Пусть умирают. У него четвертый уже. Ну, морду его посмотри, мужик. А бледа-то не меньше, как было хуё. Но, получается, если у него четвертый, то на Рексе это сколько... 560 хп, 10%, да? А, четвертый это 20% хп. Ну, то есть косарь хп. Ну, 2 минуты, короче, ему где-то плюс. Впредь вас не буду слушать. Нестя, друг я. Напиши ему, ты сказал на близнецах. О, все. Крякнулся. Нет. Ну теперь 1-2. Чё, морпех, как тебе идея? Хороший. Он типа четверку? Все, отходите, отходите. Они ж типа мы согласились на 1-2. Все, вы отходите, типа? Издалека. Сядьте в рядок, типа, смотрите. Чтобы он понял, что мы... Там Карна, так Карна. Тогда да. Пойдем Карна убьем. Пойдем. Я кто сказал вообще, блять? Бля, это кто? Понимаю, хорошо. Идет ворон. Ты пацан? Че, попал? Не. А это нет, тупой чувак. Какой-то. Походу тот был умный, а этот тупой, тупенький. Это Настя Дрейк, которая была у кого-то. Этот Карн, я попаду попасть не могу, пацан. Хорош. Это магия какая-то. Вообще не идет урон, алло. Ты умрешь сегодня или нет? Наконец-то! А я убил бота! Давай, я пробегаю вот так по луне, короче, налево, а ты... Ага. И она на меня. По луне он прибегает. Попал? Не знаю, нет вроде. Побежала, смотри за мной.
На что ты рассчитывала? Ладно, не буду так делать. Страшно. Ладно, чё, где страшно. Карта? Я его ёбну сейчас. Хорош. Три укуса. В нём есть. О, бля, тэпнулся. Ой-ой-ой, вот это был опасно. Тэпнулся, он меня тэпнулся. Я укусил вообще, я не понял. Да-да-да-да-да. Да, 4 да, укусил. ТГ Белла. Пиздец. Нет, не нападай. А чё это? Два в одного. Хорош. Два в одного деремся, капитан. Нет, деритесь лучше один на один. Веселее будет. Смотри, на меня всё время. Сори. Я без принта, мне страшно. Божечки, что творит этот юный камерюнец? Три укуса. Три укуса. То есть сколько было? Четыре? Семь укусов. Семь. Три укусика. Страшно, страшно и вообще. А у вас бывало такое, что ты типа идешь и у тебя молния прям перед носом фигачит? У меня такое было. Мне рассказывали, кого-то молния попала. Ну типа. Но ничего не произошло. Это просто анимация, да, или что-то. Это просто анимация, но мне прям. Просто мина был бы хрень бросил. Да, давай, мне половина. А кто это зашел? Это Алекс зашел? Че тут Алекс забыл? Смотри, Алекс зашел. И кто это? Может, и мин? Нет. Тут еще это один рэк, слышите? А он заспанил с Эром маленько. Это будет подмена уже, так. А это Джувик вообще, или кто это, Сабик? Да, это Сабик. Не, Джувик. Джувик, Джувика не трогайте, не трогайте Джувик. Йод будет подмена, файт не окончен, не может второй вылезать. Нет, если вы отойдете, он может напасть, потому что, типа, когда вы отходите от файта, то можно нападать. Да-да-да. Если вы отходите покушать или попить. Хорош. Он вот тут вот. Хорош. Вот здесь, не встал он еще, со спринта даже. О! Лево. Лево. Левым отъехал. Да? Да. Да, прям лево забежал. Ну он вытекает. У него 8. 9 укусов, и на нем Габелло. Все, я перехожу, да? Ой, я нет, не надо, нет, два в одного, все, честно. Это Джуинг бегает. Карлыч бегает. Она левый хитбокс типа хочет или кого? Не знаю, что она хочет. Если про левый хитбокс, то изи вообще. Ты укусил ее морпех? Нет. Хорош. Не пролагал вообще в момент, когда Карнич подбежал. Че он делает? А че он на меня идет вообще? Я тут не дерусь. Отстань. Он не текет, что ли? Не. Отхилил, хорош. Карнич, что делаешь там? Ну Карнич ей вообще урон не наносит. Подкиньте. Там кто-то идет, спиныч. Да. Там Карн только молния ударила. Уже две молнии вижу. Че убил его? Может, кстати, этот вернуть Дина, типа в лес и Карнич в бой. Третья сторона. Карнич будет много урона нанести. Миллион. Крикни, Шимитара. Иди попал не я. Ой, под левый полез. Шимитара, следи, чтобы она выйти. А, она не вытащит уже, да? Да, не вытя. У него один укус. Бублик, блин, короче, завтра уже все очки оформлять. Да она лагает, ну, ой, она там да. Такое местечко пошла. Ладно, пошли на близнецы. Тут спины. Бублик, я не буду больше играть. Я понял. Делаем вид. Не уходим, не уходим. Нет, мы делаем вид, давай хоть спасем ее, блять. Делаем вид, что мы деремся. Че, спиночек сейчас не надо?
пробежи по ней, значит, я... Не-не-не. Блин, ну я отъехал, отъехал тоже у нее. Я не пробежал неправильно. Тут и моменты, да, был, блядь, обидный вообще, когда ты чуть-чуть ошибаешься, да? Там по счету, ну, хрен был просто. Значит, блядь, блядь, опять эти вот, вода. Всё, она встала? Опять эти вода, понимаешь, да, тут, блядь, такая. Ну это бан, тупо подмена. Контрить. Вовлик, тебе бан, это тупо подмена. Бля, дебил, это... А, кто это зашел? Бестия, наверное, да, бестия. Тупо подмен, ты шо? Не знаю, бублика прошел 15. О, сэра. А как я сдохла, объясните, пожалуйста. Ты просто забежал, но тебя пропустил, короче. Ладно, давайте пока там. Удачи вам еще Рекса убивать. Завтра друг вырастут. Не знаю, она бесплатного и бесплатную ютку, ну, выращенную ютку на дюку, я не знаю. Мат. Слышишь, бубли? Можно? Не знаю, не знаю. Что там такое? Кто такое? А, не, у нас ничего. Оно, блядь. Как кто-то там орал, подмена, подмена, шо подмена.